Господин посол. Приветствуем вас. Вы наш первый, но самый почетный гость. Это как бы освещаете новую комнату посольства. С удовольствием. Это очень хороший день. С удовольствием поздравляю вас и весь дружеский народ Китая. Спасибо. С великим праздником. Желаю всем, во-первых, здоровья, развития, процветания и мои большие, самые лучшие братские пожелания. Мы видим наши отношения, имеющие очень древние традиции и очень глубокие корни, уходят от далекое прошлое. Я это как бы основа и для нынешних наших отношений, партнерских отношений, и для, самое главное, перспективного развития наших отношений. Я с вами абсолютно согласен, что наше сегодня всегда определяется нашим прошлым и будущим. То есть мы не стоим на перепутье всю нашу жизнь. Наоборот, мы всегда смотрим назад, откуда мы приходим. И было бы хорошо, чтобы мы знали, куда мы идем и с кем мы идем эту дорогу. И мы живем в такое время, что отношения между Китаем и Арменией настолько глубоки, что ваше присутствие... Оно достойное и Китаю, и нашим отношениям. Китай – это огромная страна, у вас весь спектр деятельности индустриальный, но даже ваше будущее, она должна быть связана с новыми технологиями. Есть сектор, который нас объединяет – это будущее, а будущее человеческое – в новых технологиях. Я с удовольствием буду рад, если я смогу сделать свой маленький вклад в развитие экономических отношений между Китаем и Арменией в области новых технологий.